В центральном районе сегодня возводят две пристройки – в 35-м детском саду в микрорайоне КСМ и на Макаренко в детском саду номер 19. На КСМ, к примеру, новый корпус поможет существенно разгрузить очередь в детские сады. Микрорайон разрастается, жителей становится все больше. Микрорайон большой, садик у нас здесь один-единственный, поэтому пристройка нам действительно нужна. Новые корпуса будут рассчитаны на 80 детей каждый. На площади более 600 квадратных метров расположатся по 4 группы – музыкально-спортивный зал и прачечная. Сейчас уже возведены стены, завершается прокладка наружных коммуникаций, рабочие устанавливают кровлю и возводят внутренние перегородки. К концу декабря строители должны полностью сдать корпуса. В группы завезут современную детскую мебель, и пристройки будут готовы встречать первых воспитанников. За соблюдением графика работ строго следят в администрации города. Существует ряд замечаний. Замечания есть критичные, есть те, которые поправляемые. Поэтому сейчас разработаем комплекс мер, как будем выходить из этой ситуации. Но никакого морального права у нас нет эти объекты не сдать в этом году. Поэтому будем работать круглые сутки, но объекты будут сданы. Кроме строительных работ, в детсадах идет благоустройство территории. Для малышей возводят новые прогулочные площадки с беседками, укладывают специальное покрытие. Помимо пристроек на Макаренко и КСМ, еще один корпус возводят в Адлерском районе на улице Малиновой. До конца года он также будет сдан. В следующем году планируется строительство еще 7 детских садов и пристроек. На Бытхе появится новый детсад на 300 мест, а на Донской, Гагарина, Ульяново, в селе Веселое, а также в Красной Поляне будут возведены пристройки к уже существующим дошкольным учреждениям. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.